друзей и соратников, которые сегодня борются за право обладания почетным трофеем сегодняшнего турнира. Шарлотт. И сейчас, дорогие друзья, почетный рефери Стебан назначает фол в пользу команды Франции. Начинать его будет Флорен Гаро. И вот начинается игра. Счет 2-2, это второй чекер. Дальний вперед. Защита не дремлет. Миша Радзянко с мячом. Подскальзывается лошадь. Подскальзывается лошадь. И пользуется этим моментом Марсо.